Доброе утро. Здравствуйте. Вот сегодня решил поснимать немного, как продвижение идет у меня тут по сварке машины. Уже начал варить, собирать, уже вкучился. Сегодня утром уже стало время, наверное, 7 нет. Решил заняться машиной. На улице где-то минус. Вот весна у нас. Ну, снега еще много. Вот на то продвижение сварочных работ. Я уже прихватывать начинаю. Тут вампер тут подгнил, дора вырезал все эти. Все тренировался варить. Лонжерон усилил. Тут я подгнил, даже я его усилил. Вот так вот у меня продвижение идет небольшое уже. Уже машина качает только вниз, вверх-вниз. А тут тогда как живая была. Все по бокам больше не шатается. А сейчас тут будут оплатку ставить. Заваривать. Начинать днище было. Потому что лонжерон ладон не прихвачен. Сейчас доварил его. Ну пока ладно, я вот эту оплатку поставлю тут. Вот начинаю закрывать пол уже. Хватит баловаться. Сразу провариваю и на горячую сразу промазываю мастикой. Чтобы на горячую лучше пропитывается. Вот. Начинает дырки залеплять. Вот сейчас. Так вот получается. Вот эту сторону дырки все заплатил. Вот как получается. Броневик будет. И автомобиль. Сейчас зачищу, замажу. Мастика где-то на меня. Где-то даже не знаю, гель стоит. Где-то тут стоит. Так, где же она мастика-то? Куда я вытащил? А, вон там стоит. Вот сейчас зачищу и буду здесь вот все залаживать. Сейчас я почистить, чтобы немножко. Ржавчину большую уберу, здесь здорово, вот была дырка, этот отбойник. Я заплатил, сейчас вот почищу и будет, думаю, что неплохо. Вот сейчас вот эта штука. Повкуснее это мажем. О, как будто тут ничего и не было. О, какая вкуснятина. Вот так вот будет она. Орех тут меньше будет в машине. Так, тут замажем тут дырки, какие сии мало ли есть. Так вот. Дальше мазать не будем пока. Дальше будем сейчас варить. О, как получается. Высохнет, мол, еще на раз намазать, так все будет нормально. Вот так вот получается. Вот пускай сейчас сохнет. А я буду дальше тут хоть эту пластину сейчас на швеллер закрывать. Так вот, на швеллер вымести, да, замазать этой херней даже. Изнутри-то. Ладно, будем дальше тут мудрить. Вот промазал лонжерон
будет получше. Сейчас вот все надо домазать было. Вот лист вырезал. Закрывать дыру. Вот так она будет. Это прихватится. То, чтобы не сверлить, вырезал болгаркой. И проварю сейчас вот эти места-то. И вот. Нормально. Потом обрежу лишнее тут. Можно и оставить, но не обрежу. Где-то вот лишнее обрежу здесь вот по лонжерон. И нацелю дырок и прихватываю его. Потому что лонжерон-то еще. Этот лист, который положен туда сверху, еще его прихвачу к тому лонжерону. Будет совсем как броневик будет. На погодку, на солнышко. Тепло. Весна. Дорога тут у нас очень раскисла сильно. Пока буду ремонтировать. Вот лонжерон закрыл уже. Это как получается усилитель еще лонжерона. Еще будет крепче тут усилить. Вот уже почти даже ехать можно. Сейчас будет останется самое сложное, эти крепления бампера, солировать эти маленькие-то. Это будет семья проблема, думаю, похуже. Тут-то практически уже все залатало. То есть изнутри надо прихватить в пару местах и все будет. Вот так вот. Сейчас дырки проварить. И заниматься этим закреплением бампера. Так вот. Все, засохло у меня тут. Можно еще раз нанести толстый слой. Все тут приварил. Так. Да. Аппарат сварочный. Там баллон валяется. Погодка у нас хороша сегодня. Тепло. Сегодня снегу, наверное, будет здорово. Такая это теплынь сегодня, солнышко. Тает здорово. Так-то дня два и практически снега не останется. Вот так вот. Вот знаю, как получилось. Лонжерон закрыл. Вот. Теперь надо тут еще заниматься. Смотрите. Еще на день можно. Или сегодня к вечеру, может, и соберу. Доделаю, не знаю. Сейчас пойду отдохну немного. И дальше видно, пойду собирать. Это уже следующая серия будет. Наверное. Вот так мы работаем. Можно сказать. Как это сказать-то? Без всяких сервисов. Можно в домашних условиях. Не имея так большого опыта. Как сказать. Вот так мы и делаем тут. Потихонечку, не спеша у нас пока распутится. Дорог ладом нет. Вот так вот. Как сказать, обойтись малой кровью, восстановить машину, чтобы опять можно попоездить. Вот так вот. Че, что? Ладно, будем снимать, наверное, эту. В следующей серии будем лонжероны, уже как крепление бампера, да что-то там приваривать, там буду снимать. И сегодня пока хватит. Ладно, спасибо, кто смотрел. Кто не подписался, подписывайтесь, не забываем подписываться. Много будет чего интересного. Так, ну всем пока, до новых встреч. Уже будем дособировать машину.